27 листопада в Одесі в одному арт-кафе пройшла виставка молодої і талановитої художниці Ганни Новіцької. Ми стали гостями даного заходу, і нас вразила глибина і талант молодої фотохудожниці. Наташ, я знаю, что у вас с Аней творческий дуэт. Расскажи, пожалуйста, об этом. Изначально мы с Аней начали работать над первым нашим проектом «Страны» для одной из туристических фирм, которая организовала конкурс. Мы сделали 10 стран. Каждая девушка у нас символизировала определенную страну. И это был полностью подбор образа, макияжа, всяких разных аксессуаров. И для того, чтобы полностью можно было раскрыть эту идею. На этой выставке представлена у нас одна страна, это пинап США и наш совместный проект «Дерево искушений». И в нем принимала наша девушка-модель. В самой съемке еще потом девушка у нас снималась с питоном и живыми змеями. Всячески стараемся развиваться не только в каких-то стандартных таких направлениях, но и что-то в стиле фэшн и бьюти. А что ты можешь сказать о Ане как о фотографе? Ну, Аня очень необычный фотограф, у нее всегда масса идей, у нее очень свежий взгляд на фотографии, и она очень большой перфекционист, она хочет, чтобы все было идеально, чтобы и свет, и ракурс, и сама модель, чтобы все было просто тютелька в тютельку. Нужно не только образование само фотографическое, но нужен стиль и нужно именно чувство самого кадра, самой фотографии и композиции, как оно должно выглядеть в самом кадре. Ну и, конечно, должна быть какая-то творческая жилка, что позволит полностью раскрыться человеку как фотографу и показать другим людям, насколько прекрасен этот мир. Первая официальная выставка, потому что предварительно Анины работы выставлялись в Фотоне, одесском фотоклубе, и на той же самой выставке одесской турфирмы. И я думаю, что это первая выставка, но не последняя. Не так давно занимаюсь. Вот. Я вначале снимала просто фотографии, потом начала коммерчески заниматься фотографией. Вот. Но планирую дальше развиваться в этом направлении. Скорее всего, это будет fashion, beauty. То есть то, что мне близко. Ну и, скорее всего, пейзажи, потому что я очень люблю путешествовать. Планирую путешествовать и также оставлять красивые кадры после моих путешествий. Выставка называется «Счастье в квадрате», потому что я с собой олицетворяю свет, позитив и счастье. Вот. А когда я людям несу добро своими фотографиями, позитивные эмоции, благодарность людей — это «Счастье в квадрате». Я работаю не одна, у меня есть наш творческий дуэт, есть и человек, который занимается дизайном фотографий, и также есть визажист. Вот. У нас много творческих проектов, о которых вы очень скоро узнаете. Как бы анонс я не буду рассказывать, все. Это будет маленький секрет. У тебя были фотосессии в стиле ню? Да, у меня были такие фотосессии, мне это очень интересно. Те, кто хочет, пожалуйста, приходите. Очень нравятся мне творческие фотосессии в стиле ню, особенно мужское. Поэтому, кто не раскрепощенный, приходите, будем творить вместе. А вы просто раздеваете модели или вы все-таки занимаетесь еще и боди-артом? Мы занимаемся и боди-артом, а также креативные разные идеи. То есть это очень, очень интересные проекты, и я думаю, что моделям будет очень интересно поучаствовать в них.
развиваться в Одессе фотографии, как ты считаешь? Я думаю, должно быть больше каких-то учреждений, которые бы поддерживали молодых художников. Это какие-то галереи. Вот в Киеве их достаточно, в Одессе, как по мне, не так много. А у тебя есть на выставке твоя любимая работа? Они все мои любимые. Аня очень тактичный фотограф, с ней очень приятно работать. Она говорит очень много приятных вещей, которые тебя просто настраивают на позитив. Скажите ваши впечатления о выставке. Вообще очень интересно, понравилось, такие яркие работы, довольно-таки молодец фотограф. Хорошо. Ну, с Анной я знакома совсем недавно, вот, но уже успела поучаствовать с ней, поработать. И здесь есть работа, на которой есть я, и очень приятно, действительно очень классно, очень интересно, и хороший человек, и процветание, творчество, и всего самого лучшего. Да, удачи и творческих успехов. Не как людей фотографируют, а больше-то какие-то моменты ловят интересные очень, и я, действительно детали, да, мне нравятся. А что вы можете пожелать Ане? Удачи и громадных успехов. Считаешь, на каком уровне сейчас находится фотоискусство в Одессе и в Украине? Мне кажется, что сейчас фотоискусство находится на очень высоком уровне, так как я посещала летом очень много фотовыставок. Мне кажется, это замечательно. Тебя заинтересовало, возможно, ты бы хотела ее, может, купить? Пока что я посмотрела не все работы, но я думаю, меня заинтересуют некоторые из них. Расскажите, пожалуйста, как Аня пришла к профессии фотохудожника? Я знаю, что раньше она занималась всем иным. Ну, раньше она закончила университет экономический и лет года 4, наверное, работала в этой профессии. Ну, я так понимаю, что она разочаровалась в этом очень сильно и решила все-таки поменять. И очень круто изменила свою жизнь. Вдруг стала... Захотелось ей фотографировать. Очень красивые фотографии получались. Потом уже решила фотографировать уже профессионально. Какие ваши впечатления от Аниной выставки? Мне очень нравятся ее фотографии. Ну, я говорю, еще и намылиться нравится. Тем более сейчас, если профессионально, начала вообще еще лучше. Я смотрю, она я с каждым разом вот фотографировала год назад, и сейчас бесподобная фотография. Пожалуйста, какие впечатления у вас сложились о выставке? Знаете, в общем, я пришел сюда и испытал некоторые эмоции. Мне сразу вспомнилась моя служба в армии. То есть, когда я служил в армии, у нас в части был парень, он очень любил рисовать и петь. Потом все время рисовал и пел. И, в общем-то, деды его за это очень били, скажем так, мягко. Не били жестко, но мягко скажем. Вот, а он все равно творил. Представляете, вот насколько сильное было желание творить. Потому что в человеке есть такие вещи, которые заставляют его двигаться вперед. Извините, там шампанское заканчивается.
цієї фотографії була тема «Щастя в квадраті», представлена на виставці. Вона охоплює дві основні теми її творчості – портрети сучасників і сцени їх повсякденного життя. Її портрети і репортаж та жанрові знімки – це свого роду притчі. Документальність підкріплена дуже високою технікою, гостротою бачення і прекрасним відчуттям моменту, роблять її знімки епосом про простих людей, які живуть своїм життям. Какого цвета у тебя тросики? Красные. Зеленого. А почему ты выбрала именно этот цвет для этой выставки? Потому что это под цвет моих сережек. Это очень эротично. Потому что именно трусики. Я думала, ты просто планируешь дальше провести как-то вечер. Ну, посмотрим, как вечер закончится, еще не знаю. Ну, на самом деле, там какие-то рисунки, такие абстракции. Там зеленый, желтый, по-моему, синий. Нет, это фон синий. Ну, там много всего. Тут недалеко, пойдем покажу.